Привет, друзья! А перед началом видео хочу посоветовать вам очень интересный канал на тематику видеоигр. На этом канале вы увидите то, что так долго искали в интернете. Он уникален в своем роде. Советую вам подписаться. А сейчас смотрите фрагмент видео с этого канала. Ссылка будет в описании под этим видео. Приятного просмотра! Они думали, мы упадем. А пьяна не станет, мне это нравится, нравится. Мы друг для друга с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Они думали, мы упадем. А пьяна не станет, мне это нравится, нравится. Мы друг для друга с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Они думали, мы она опаздывает, уже больше чем 10 минут прошло. Кстати, вот Вика идет, опять же телефон играет, ты задолбала ты уже. Ну, Вика, реально, сколько можно сидеть в этом телефоне? Та-та-та-та. Вика! Не налей! Ты что, Вика, ты задолбала? Отдай! Будем что-то нормальное играть, да. А не этот твой телефон. Сейчас вот только кину! Я тебе сейчас кину, 3000 будешь платить! Отдай! Отдай! Так, Вика, чтобы тебе получить свой телефон назад, тебе нужно будет сыграть с нами в игру. Наверное, давайте в прятки. Ты, Даша, как думаешь? Я согласна. Ну и я согласна. И Вик, ты тоже согласна? А если права голоса нет, то по-любому я заиграю. Да! Так что ж, начинаем играть. Кто будет искать? Кто выиграет, тот искать. Ефа, суефа. А, я не буду искать. Так, Вика, давай я с тобой. Суефа, 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 суефа. Буду искать. Так что ты, Вика, не расстраивайся, сейчас будем играть. Давай, давай, давай. Считаю до 5, не могу до 10. Раз, два, три, 4, 5. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Пожалуйста, Даш, помоги мне поискать Вику, потому что, ну и пошли. Короче, да, я знаю, где-то 5. Вик! Все, я тебя нашла. Ну, ты первая, ты вторая, значит, ты не вода. Пошли. Ха-ха-ха. Ой-ой, ничего. Ты на следующий раз так спрячешь, что вы меня никогда не найдете. Ну, ладно. Я нашла тебя! Ладно, пошли.
сразу спрячусь и не найдешь. Блин, где Вика? Да, куда она пропала, блин, да что-то упала. Наверное, мы уже полчаса ищем. Наверное, реально хорошо спряталась. Да, но я не думаю, что она там будет. Пробуй, как же ты так? Я не могу! А у нас нет ключей, мы не можем тебя открыть. О, мы, наверное, попали. Как, Вика, ты выйдешь отсюда? Как будто